С начала недели в разрушенном здании речного вокзала, можно сказать, кипит жизнь. Здесь идут аварийно-восстановительные работы. Внутри объекта рабочие на свой страх и риск проводят все необходимые в таких случаях процедуры. На первом этапе ими были установлены металлические опоры. Как ни странно, для этого специалистам пришлось самим рушить некоторые элементы, чтобы добраться до бетонного основания потолка. Оно и стало более-менее надежным упором для металлических четырехгранников. Впрочем, как показал дальнейший ход работ, от продолжения разрушения установленной конструкции не спасли. Вечером в четверг рухнула часть колонн ротонды. На этих кадрах видно, как экскаватор небрежно катит в сторону кусок одной из них. В тот же день были демонтированы шпили речного вокзала и купол, на котором он держался. На всю процедуру у специалистов ушло примерно около 2 часов. По завершении работ памятник архитектуры, долгое время являвшийся визитной карточкой города, уже совсем не походил на тот объект, который украшал фотографии и магниты с тверскими пейзажами. С разрушенной ротондой, без купола и шпиля и с рухнувшими колоннами речной вокзал представляет поистине удручающее зрелище. Но и на этом еще не все. Прямо сейчас за моей спиной рабочие демонтируют оставшуюся часть колоннады. За ходом этих работ под проливным дождем и с печалью в глазах наблюдал в прошлом главный архитектор города Алексей Жоголев. Специалист признается в том, что здание речного вокзала в конечном счете рухнуло, есть и его вина. Не доглядели, грустно вздыхает архитектор. Тоже доля ответственности, как бы я вижу на себе, что мы вот пропустили вот такие моменты, да. Везде как бы ожидание того, что рассосется, да. Вот. Но вот, к сожалению, в данном случае не рассосалось с вокзалом. Я думаю, что это, наверное, самая большая беда за этот год, случившаяся в городе. Между тем, те работы, которые ведутся в разрушенном здании, Алексей Жоголев считает необходимыми. Однако добавляет, что вести их важно с особой осторожностью. Несмотря на то, что здание речного вокзала сейчас находится в аварийном состоянии, внутри еще могут находиться важные с точки зрения историко-культурного наследия элементы. Даже если оно рухнуло, вот какие-то вот элементы колонны там, то есть это все равно элемент памятника, его можно либо сохранить, либо потом каким-то образом использовать. Вот, и катать там эти, допустим, куски колонн трактором, это не совсем красиво, это немножко диковато выглядит. Кроме того, считает специалист, аварийно-восстановительные работы должны вестись комплексно. Важно не только вернуть прежний облик речного вокзала, говорит Алексей Жоголев, но и провести укрепление всего массива здания, дабы избежать дальнейшего разрушения. Не просто восстановить кусок этого вокзала. Нужно, конечно, провести и укрепительные работы по всей центральной вот этой вот части. Однако до этого еще далеко. Пока же в ближайших планах у специалистов закончить демонтаж колонн в южной части ротонды, после чего здание будет законсервировано. В нем будет обустроена временная кровля, а обрушившуюся часть фасада скроют за специальным баннером. Никита Васильев, Илья Харитонов, Алексей Косоруков, Антон Шишкин, Сергей Терехов, Твериград ТВ.